Ну. Рада приветствовать всех, кто в этот час вместе с нами. Информационный канал нашего телеканала продолжается. Это программа «Особое мнение». Говорить мы сегодня будем в ближайший час, примерно 57 минут, об образовании, об общем дополнительном образовании в нашем городе. Сегодня в программе принимает участие Ольга Михайловна Герасименко, начальник отдела общего и дополнительного образования городского управления образования. Добрый вечер, Ольга Михайловна. Добрый вечер. У наших школьников завершается самая длинная третья четверть, да, ну, где-то, наверное, без малого две недели осталось до каникул. Расскажите, пожалуйста, когда вот у нас завершится в этом году четверть, будут ли какие-то изменения? Ну да, четверть действительно подходит к концу. Уже с 25 марта в школах города Абакана начнутся весенние каникулы. И продлятся они чуть больше недели. Ребята выйдут на занятия 4 апреля. Да, будет завершена такая длинная, достаточно непростая учебная четверть, которая, в принципе, является самой большой в учебном году. И там уже все будет, после каникул уже все ближе будет завершение учебного года. Ну, то есть мая. Официально с 25 по 3, да, потому что 4 у нас понедельник. Выход уже в школу, да, выход по 3 апреля, верно. Вот какие особенности, вы сказали, непростая, потому что у нас там был период, это было у нас дистанционного обучения, да. Конец января, начало февраля, да, поэтому или не только? Ну, нет, это вообще, в принципе, вот, как я всегда говорю, самая большая, самая длинная четверть, много нужно сил, особенно вот после новогодних праздников ребята выходят, адаптация так дольше чуть-чуть всегда проходит, чем после каникул зимних, осенних и весенних. То есть вот здесь вот зимой это чуть-чуть сложнее обычно. Я почему-то вспоминаю свое школьное время. Мне всегда как-то в третьей четверти успеваемость была лучше в начальной школе, в среднем звене, потому что вторая, она такая очень короткая, ну, по сути, там чуть более полутора месяцев, да, как-то не успевал, а вот третья ты вот успевал взяться, сделать, там, получить хорошие оценки. У первоклассников были каникулы, ну, это традиционно, да? Да, да, это по санитарным правилам и нормам требования такое у первоклассников. Есть дополнительные каникулы, которые длятся неделю, и обычно мы их рекомендуем организовывать в феврале месяце, как раз вот где-то в середине вот третьей четверти. Хотя в наше время такого не было, мне кажется. Не было. Не было, да? Не было. Ну, это еще у нас в этом случае был еще и период разобщения, да, для первоклассников. Ну, как было, бы у нас да, вот, в общем-то, конец января и начало февраля, это было очень много было ограничений в связи с резким ростом количества заболевших ковидом, и поэтому было принято решение на уровне городского штаба и регионального штаба, а вот о введении обучения с применением дистанционных технологий электронного обучения. Угу. Я думаю, что мы поговорим еще о дистанционном образовании учениках старших классов, у которых ответственный период. Ну, раз уже мы вот начали про первоклассников, у нас в скором времени начнется прием заявлений в первые классы. Верно. Вот даты у нас постоянно как-то меняются, да. Сейчас у нас вновь мы возвращаемся к 1 апреля. Вот я помню, что когда мой сын, который уже закончил школу, тогда с 1 апреля принимали заявления. Какие есть особенности? В чем новшество? Сколько мы ждем первоклассников? Ну, знаете, Светлана, вот говорите об особенностях, которые ждут нас в этом году, вот нас по приему заявлений. В принципе, мне кажется, ничего такого нового, да. Пока что вот действующий порядок, который утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации, он остается прежним. Как вы уже сказали, срок 1 апреля, он уже был и в прошлом году, 1 апреля. Все сроки приема заявлений там, с 1 апреля по 30 июня сохранились. Это первая, так мы всегда называем, первая волна. И следующий уже этап приема заявлений с 6 июля, ну и до конца августа. Вот в первую волну подают заявления родители тех детей, кто имеет регистрацию на закрепленной за каждым образовательным учреждением территории. А в июле уже начинают подавать заявления родители или законные представители тех ребят, кто не проживает на закрепленной территории, не имеет регистрации и идут на свободные места. А почему тогда вот в последние годы, когда у нас был прием заявлений с 1 февраля, с 1 марта, ну, был какой-то вот такой ажиотаж? Почему всем нужно попасть вот в первые дни?
Ну, наверное, это вот как-то сохранилось такое мнение, что ли, что нужно быстрее. И вообще, наверное, все-таки чисто психологически для успокоения каждого родителя, что заявление подали, что заявление приняты, и потом уже только ждать приказа о зачислении, информации, зачислен ли ребенок в ту школу, куда были поданы документы. Вот я только так могу это объяснить. Родители не знают, что впереди у них еще много вот таких вот моментов зачисления, хватает, да, ждать какие-то будут более важные зачисления. Ну, это важный этап в каждой семье, для каждого ребенка, окончание сада. У нас есть телефонный звонок, давайте примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Учитель и ребенок, ну пусть обучаешь, я это желаю, информации должно быть много, спасибо. Спасибо вам. Ну, хорошо, что у нас есть постоянные зрители, которые нас смотрят. Говорим мы сегодня, уважаемые наши зрители, радиослушатели, о образовании. Сейчас вот мы говорим о приеме детей в первый класс. 1 апреля будет подача документов. Очень важный момент, наверное, почему мы вообще ожидаем большее количество первоклассников, потому что с каждым годом их всегда у нас больше. Вот больше. Сколько сейчас у нас обучаются в этом учебном году и сколько вы ждете? У нас сейчас чуть более 3000, где-то 3100 человек в школах города Абакана, количество первоклассников. И ежегодно, так по статистике, эта цифра увеличивается ну, на 150-180 человек. То есть растет и количество классов, и количество будущих первоклассников. Поэтому, как я уже сказала, рост мы ждем. Сейчас уже школы начали активно собирать информацию, сколько примерно первоклассников проживает на их территории, чтобы ну, хотя бы как-то спланировать количество классов и запланировать нагрузку, соответственно, всем учителям, которые должны будут работать в первых классах в следующем учебном году. В нашей новой школе, в школе, которая открылась в прошлом году, в 31-й, сколько классов первых? Сейчас, да. Вы имеете в виду, сейчас 5 у них сейчас было. Сейчас 5. Да, сейчас 5. Они имеют возможность набрать большее количество? Ну вот, к сожалению, пока такой возможности нет. То есть это молодой, развивающийся, несмотря на то, что район такой молодой, развивающийся, а вот школа, она может принять все-таки ограниченное количество детей. Mm-hmm. Ограничено это и теми условиями, которые созданы в школе, и количеством классных комнат, и количеством мебели, учебников. Очень много таких причин, которые, в общем-то, не позволяют пока увеличить количество классов. Лицей имени Николая Генриховича Булакина. Сколько сейчас первоклассников? Сколько он готов? 6 классов они готовы открыть в этом году, вернее, в будущем учебном году. И, в общем-то, скорее всего, такое количество будет заявлено. Поданы заявления от родителей. В общем-то, это количество мы и ждем. Первые классы на следующий год в лицее имени Николая Генриховича. Вот самый сложный момент, когда хотят учиться в определенной школе, да, ну вот место жительства другое. Как ознакомиться-то? Потому что меняется же все равно, вот я знаю, там по избирательным участкам меняется, да, также, наверное, и по принадлежности к образовательным учреждениям. Как вот узнать? Ну, кардинально так приказ, в принципе, из года в год не меняется, конечно же, в связи с развитием появляется города. Появляется новый дом, новые да? дома, да, и появляются, вот. Поэтому вот это движение, оно происходит, особенно в тех школах, которые находятся в молодых развивающихся районах нашего города. В соответствии с федеральным законодательством приказ о закреплении должен появиться не позднее 15 марта. И вот как раз сейчас мы уже проект приготовили, и он находится на согласовании. Когда он будет подписан не позднее 15 марта, приказ появится и на сайте городского управления образования, приказ появится и на сайтах, и вся территория, которая за конкретная школа закреплена, и эта вся информация будет на сайтах образовательных учреждений. Кроме того, в управлении образования работает горячая линия по вопросам приема в первые классы. Наш телефон 227608, где также горожане могут задавать вопросы и получать всю интересующую их информацию. Ну и в каждой школе есть, конечно же, свои тоже горячие линии, куда также можно обратиться и уточнить все, что интересует родителей будущих первоклассников.
праздников. В общем, во второй половине марта можно выяснять, кто еще не знает, если да, не кто знает, сомневается, да, кто-то. Если точно не знает, и уже вот определяться как-то. Какие документы нужны для приема ребенка в школу? Документы, они, в принципе, остались прежними, они традиционные. Это свидетельство о рождении ребенка, это паспорт родителя, который подает заявление, либо законного представителя, какой-то документ, например, об опеке, об установлении опеки, и регистрация ребенка, подчеркиваю, регистрация ребенка по тому адресу, который вот относится к конкретной школе. Нужно обратить внимание наших радиослушателей, что есть такие категории, которые пользуются правом первоочередного приема и преимущественного приема. Простите. Это разные понятия. Это немножечко разные понятия на сегодняшний день. Вот правом преимущественного приема пользуются братья и сестры тех ребят, кто уже в школе учится конкретно. Пейте еще, ничего страшного. Извините, я пока скажу, пожалуйста, да, нашим зрителям и слушателям, что телефон нашей студии 22-60-11. Звоните к нам, если есть вопросы. В программе сегодня принимает участие Ольга Михайловна Герасименко, начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Бакана. Так вот, преимущественный прием возникает у тех ребят, чьи братья, старшие братья и сестры уже в школе учатся. И родителям при подаче заявления нужно предоставить свидетельство о рождении старшего ребенка, который уже в этой школе учится, чтобы подтвердить родство. А есть еще право первоочередного приема. Этим правом пользуются дети военнослужащих, дети полицейских и приравненных к ним категорий сотрудников. Это и пожарные службы, и сотрудники УФСИН, и остальные вот, работники данных структур. То есть вот эти две категории, вот эти вот, ну, несколько категорий, которые я перечислила, обязательно тем, кто по первоочередному приему идет, это чьи родители в определенных структурах служат, они должны также иметь регистрацию на закрепленной территории, но по предоставлению документа, подтверждающего право первоочередного приема, зачисляются эти дети в первую очередь, несмотря на то, например, что они подали документы позже, чем остальные. А вот ребята по преимущественному праву, у кого братья и сестры уже в этой школе учатся, не обязательно иметь регистрацию на закрепленной территории. Ну, понятно. То есть я понимаю, допустим, старший ребенок учился в этой школе, да, потом семья, например, переехала. Да. Вот есть младший, например, ребенок. Ну, то есть теперь по факту эта семья не живет к этой рядом школе, где-то, да. Ну, а возить удобно, конечно же, понятно. Ну, да, по какой причине? Потому что вот возить из одного, например. А вот они должны учиться или они должны могут закончить там? Нет, именно, именно факт, в настоящее время, обучение должен быть подтвержден, что ребенок здесь учится в этой школе. Ага, это именно вот такое вот как бы, ну, для удобства. Семьи конкретно, да, это вот семьи. Было решение принято в прошлом году президентом, он его озвучил, и потом внесены все были изменения в федеральное законодательство, и вот с прошлого года эта норма вступила в силу. Это по всей стране, да? Конечно, да. Вот вопрос возраста. Очень часто как бы решают, да, пойти, если ребенку там нет полных 7, или есть какие-то причины, кто наоборот идет ближе к 8 годам. Вот оптимальный возраст, потому что, допустим, ну вот были у меня знакомые, у которых ребенок родился в январе, и в принципе они могли бы пойти, ну, со своим годом. В прошлом году вот пошли раньше, в 7 лет в январе. И потом в первой четверти, во второй, ну, то есть, как бы уже говорили, что вот, ну, сложно. Все-таки насколько вот эти полгода, в каком-то случае, может быть, 9 месяцев имеют значение? Ну, конечно же, знаете, вот по опыту сталкиваемся с разными детьми, с разными семьями, и на психолого-медико-педагогической комиссии мне приходится присутствовать, и тоже разные ситуации бывают. Мне кажется, вот лучше чуть позже все-таки в школу пойти, когда ребенок дозрел и психологически, и физиологически. Ну, вообще вот установлен возраст законодательством, возраст начала обучения от 6,5 лет и до 8. Вот в
этот, ну, так скажем, диапазон попадают как раз те первоклашки, которые приходят в школу, и это рекомендованы и физиологами возраст, и психологами, когда уже считается, что ребенок созрел, и он может начинать обучение. Сейчас очень много родителей, кто ведет детей и в 6 лет в школу, и получает разрешение, проходит определенную процедуру. И, ну, конечно же, по состоянию здоровья есть такие дети, которые приходят и после 8 лет, старше 8 лет. Это все связано уже, конечно же, большей частью с состоянием здоровья. Ну, а вот 7 лет – это, наверное, такой самый оптимальный возраст. 7 лет, 7 с небольшим, когда ребенок должен поступать в школу. Ну, если, например, день рождения ребенка после 1 ноября, ноябрь, декабрь, то можно вот идти на следующий можно. Год, да? Вот мой, например, сын младший, он родился 10 декабря, и мы пришли в школу уже, ну так, не с теми ребятами, которые пошли из его группы после детского сада, он еще год был в детском саду, и, в общем-то, я не жалею, он, ну, мне кажется, был как раз именно готов, созрел для обучения. Для потому что иногда обучения. Вот несколько месяцев играют роль, да? Свою роль, да, да. Это очень хорошо видно всегда, когда чуть младше, там, 6-летки в классе сидят, это заметно обычно. Угу. Вот вы упомянули медико-психологическую комиссию, да? Этот вопрос вот решается когда, о том, там, идет ребенок в школу или нет, это когда ребенок выпускается из детского сада или несколько раньше? Ну, вообще, вот такая процедура приема в школу детей младше 6,5 или старше 8 лет, она как раз должна быть с разрешения вот, психолого-медико-педагогической комиссии и органа самоуправления в сфере образования. У нас в городе это городское управление образования. Эта вся процедура регламентирована федеральным законодательством. То есть младше 6,5 и старше 8 лет дети идут на комиссию. Если они посещают детский сад, то комиссии есть в детских садах. Если ребенок в садик не ходит, то можно обратиться в территориальную комиссию города нашего, и уже там комиссия будет рекомендовать родителям либо начать обучение, если еще совсем, ну, если старше 8 лет, либо все-таки повременить и подождать следующего года, если ребенок еще не достиг 6,5 лет. Ну, я не знаю, если у вас есть еще какие-то вопросы по первоклассникам или еще есть какая-то информация, может быть, мы к ней вернемся, которую вот нужно обязательно донести, то я бы перешла уже к тем, у кого серьезный этап в этом году, к выпускникам. Все мы по первоклассникам, в принципе. Ну, но это все под походу. 1 апреля, да, с 8 утра во всех школах у нас начнется запись. Угу. Мы всем будем рады, мы всех будем ждать. Родители могут прийти и просто с документами сделать уже, копии на месте. И также можно заявление с сайта снять, с официального сайта каждой школы, либо заполнить на месте. Есть, в общем-то, вся эта информация, мне кажется, уже много мы об этом говорим, она известна и доступна. А так мы всем будем рады, всех ждем. Я не думаю уже, что кто-то приходит с детьми, хотя раньше такие вопросы возникали. Детей приводить не нужно. Вот, не нужно, совершенно, да? Не нужно, да. Но если есть, конечно, такое желание или оставить ребенка не с кем, то, конечно же, никто ребенка не выгонит из школы. Это, ну, в целях, мне кажется, такое ознакомление, первая встреча, да, образовательным учреждением. Прогуляться ребенка. По коридорам, тем более это будут как раз каникулы, если в школе ребят не будет. Будет. То есть можно как кому удобнее. В общем-то, мы всегда подстраиваемся под родителей и стараемся сделать эту процедуру как бы более комфортной. Ну вот у одних впереди один этап, да, и в какой-то мере он волнительный для родителей будущих первоклассников. Очень быстро пролетят вот эти самые 11 лет, мы с вами это знаем. И вот некоторые ребята в этом году заканчивают школу. Сколько у нас 11-классников в школах Абакана? 11-классников у нас, вот на сегодняшний день 973 человека в муниципальных образовательных учреждениях. Эта цифра, вот она каждый день буквально меняется, потому что и выбывают дети, и переезжают, и прибывают к нам. Поэтому вот на сегодняшний день 973 выпускника в школах города. Меньше тысячи, да? Ну, как-то чуть меньше. У нас оно вот в последние годы вот растет. Пока, число. Да, вот, ну, оно растет, но вот не так пока резко. Я тут недавно посмотрела буквально, вот, опять же, по количеству. В следующем году будет уже
приличный рост, больше, чем на 150 человек. Потому что это уже дети у нас 2004 года рождения в этом году, да? А, да, там пойдет уже 5-й, 2006-й. Там стабильный был такой рост рождаемости, да? Эти ребята у нас уже написали заявление и выбрали экзамены, какие они будут сдавать, да? Вот, да. Ну, не знаю, что в приоритете в этом году, какие есть. Ну, мне кажется, какие-то разговоры, может быть, и ведутся о том, что у нас все будет пока как обычно, мы готовимся. Да, мы вернулись к порядку проведения единого государственного экзамена 2018 года, когда вот был этот порядок утвержден, и все было стабильно, понятно. Ко всему 2018 года, вот правда. Вот. Честное слово, это было бы здорово. 2018-го. И поэтому вот в этом году ребята писали обязательное заявление на обязательные два экзамена: русский язык и математика. И математика в этом году будет и профильного, и базового уровней. Mm-hmm. Если в прошлом году был только профильный, то нынче уже русский и математику сдавать нужно каждому для получения аттестата. Ну и, конечно же, экзамены по выбору. Там уже, в принципе, такая статистика из года в год сохраняется по выбору экзаменов. Первое место занимает у нас уже много лет подряд обществознание. За ним следует физика, химия, биология. Иностранный язык все больше с каждым годом выбирают для прохождения единого государственного экзамена. Ну и уже там по убывающей самые такой невыбираемые самые предметы – это география и литература, к сожалению. Но это, я не думаю, что это зависит от желания выпускников. Здесь каждый равняется на тот перечень предметов, который им нужен для поступления в высшее учебное заведение. Если эти предметы вузы не определяют как профильные для каких-либо факультетов, то, конечно, они не пользуются такой популярностью для сдачи единого государственного экзамена. Могут потом дети что-то поменять? Поменять очень сложно после 1 февраля. Вот как в прошлом году, да, были ли случаи, когда меняли экзамен? Вот смена экзамена, она должна быть подтверждена документально. То есть это не просто так захотел и поменял. Это либо изменения в выборе экзаменов в вузе, да, произошли. Редко, да. Либо вот у нас есть молодые люди, которые проходят весной в комиссию в военкомате, и им рекомендовано поступать в специализированные вузы какие-либо, и тогда уже там работает с нами военкомат, вот если какую-то дисциплину вас, да, ребята не выбрали. То есть, ну, все, еще раз повторю, должно быть четко и подтверждено документом, потому что вот стало, ну, как мы, да, своим профессиональным языком всегда говорим, стала база на блокировку, закрылась региональный уже уровень базы данных. А мы потом начнем. Да, мы потом начинаем просто уже через государственную экзаменационную комиссию по предоставлению различных документов и ходатайств и прочего. Вот изменять экзамены – это очень сложно, поверьте мне, сделать. И иногда бывает, к сожалению, не получается помочь. Вот ваш взгляд, ваше особое мнение. Вот это математика профильная и базовая. В прошлом году был единственный год, когда вот так разрешали только профильную, если она нужна. Да. В позапрошлом вообще ребята у нас для аттестатов не сдавали экзамены. Да? Они же только сдавали на поступление те экзамены, что им были нужны. А вот в прошлом году базовой не было, только профильная. Ну, профильную математику немного ребят выбирают. Вы знаете, где-то примерно 50 на 50. Вот, ну, там чуть больше, чуть меньше, конечно, но примерно так. А вообще, да, этот уровень математики нужен для поступления на технические различные специальности. И я всегда говорю, и родителям говорю, и выпускникам, если вы увидели математику в перечне экзаменов на сайте вуза, вы должны понимать, что это только профильная математика. Базовую математику сдают только для получения аттестата. Не больше. А вот если нужно предоставить результаты ЕГЭ в ВУЗ, то математика профильного уровня. Вот у нас последние годы, ну, большое количество, я, может, ошибаюсь, конечно, вот эти два года пандемические, все равно большое количество ребят с хорошими результатами.
Да. Стобальники, да. Стобальников вот. Увеличивается количество ежегодно. Высокобальных работ. Высокобальных, да. Да. Это, от 80 до 100 баллов, кто получал за единый государственный экзамен. Количество увеличивается этих ребят. Ну вот чем это объясняется? Потому что многие родители, вот когда вновь там мы переходим на дистанционку, ну как-то вот нервничают по этому поводу, и все переживают за вот, уровень образования детей. Знаете, ну, я думаю, Света, вы со мной согласитесь, что ведь не только школа, в том конечно. Числе и школа, конечно, и, наверное, самый большой вклад в подготовку к единому государственному экзамену несет, но и самостоятельная работа. Вот если у нас был стобальник в прошлом году, я сама с ним лично общалась, паренек по математике получил 100 баллов, и говорю, ну вот была долго дистанционка. Ну и профильная была, молодец, здорово. Я говорю, ну вот так долго, он говорит, так долго была дистанционка, что я мог самостоятельно заниматься достаточно большое количество mm-hmm. времени. Выходил на сайты, на официальные сайты. Все это в открытом доступе. Открытые банки заданий есть. Если не лениться, то можно просто нарешивать, заниматься. И, в общем-то, практика показывает, что если вот этим так систематически эту подготовку вести, то все получается. Вот я тоже вспоминаю, наверное, 20-й год, когда с ребятами общалась, вот тоже почему так. Они говорили, что была возможность сконцентрироваться на так называемых своих предметах. Да. Больше как-то вот не ходишь там в школу на все занятия, вот именно. Именно занимаешься тем, что ты вот должен сдавать и подготовку, распределяешь свое время и готовишься к конкретным предметам. Да, такое очень часто называют ребята вот при подготовке к единому государственному экзамену, как такой основополагающий. Вот по вашим данным, вот эти высокобальные результаты у нас, вот у меня у сына была девочка, да, в первой школе был он с русским, они действительно помогают ребятам вот поступить в те вузы, в которые они планировали? Помогают. И, к сожалению, вот статистика, ну, будем говорить про 21-й uh-huh. да, год, то, что еще свежо в памяти. И статистика говорит о том, что все эти выпускники, имеющие 100 баллов, уехали uh-huh. и поступили в вузы за пределами Республики Хакасия. Это вузы и центральные, это Москва и Санкт-Петербург, это вузы Краснодарского края. То есть я вот прям специально собирала эту информацию, посмотрела и сделала вывод, что да, ребята уезжают. Ну, то есть это такой бонус, это плюс, да? Это вот бонус. 100 это, баллов или это там... Это хороший, да, очень 98. Бонус, и если вуз видит такого ребенка с этим результатом, то, в общем-то, ставку на него делают сразу. Конечно же, и остальные суммируются, но у него уже автоматически достаточно mm-hmm. высокий общий балл получается. Угу. У нас же были даже ребята, которые по двум предметам, ну, нет, может, в 21-м году не было, в 20-м это был мальчик, да, из, да, да. 9-й, по-моему, школы. Да, по двум предметам был у нас результат. Угу. Ну, это не первый раз уже, когда по двум предметам получают. В общем-то, в принципе, такое случается. И, то есть, если надо три предмета предоставить и по каждому баллу суммировать, то у нас есть выпускники, которые подходят и 280, и 290 баллов показывают. Такое бывает. Ну, это так называемые высокобальные, конечно, да? Конечно, конечно, это очень высокие баллы. К сожалению, не у каждого они есть, но такие вот звездочки есть в абаканских школах. Да, и во многих школах. Иногда даже вот, ну, не в том перечне школ, к которым мы привыкли вот как-то, да, у нас такие вот есть основные как бы школы. Да, совершенно не обязательно. Каждый год и бывают такие ребята. Всегда очень позитивно к ним отношусь, очень радуюсь и за детей, и за родителей, конечно же, потому что это общий результат. Ну, потому что, конечно, да, научили трудиться, так сказать. Да, вот правильно вы сказали, научили трудиться. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 22-60-11. В программе сегодня принимает участие Ольга Михайловна Герасименко, а начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Абакана. Говорим мы о образовании, о первоклассниках, о девятиклассниках. Будем сейчас говорить об одиннадцатиклассниках. У нас есть еще, наверное, ну, менее получаса. Если есть вопросы, звоните по телефону 22-60-11. Вот в то время, когда у нас было дистанционное обучение, если я не ошибаюсь, у нас ученики девятых классов писали то самое вот собеседование по русскому языку, которое у нас вот является уже несколько лет допуском. Да? Угу. Кто говорит, одним из видов, да, одним допуска. Из видов допуска для вот конкретно девятых классов. Вот об этом несколько слов.
формально ли все это или вот как-то все это серьезно? Это далеко все не формально. Это очень такой тоже серьезный этап в государственной итоговой аттестации, но уже 9 классов. И буквально сегодня прошло итоговое собеседование, как и вторая дата итогового собеседования для тех 9-классников, кто не принимал участие 2 февраля. Тогда был период, когда много детей болело, да? Очень много ребят, да. То есть столько, сколько в этом году не принимало участие в итоговом собеседовании, этого не было еще никогда. Обычная единица, да? Это больше 50 человек. Сегодня вот эти выпускники приходили в школу и сдавали. Ну, так, школьники между собой его тоже называют устный экзамен. Это как устный экзамен по русскому языку. По русскому языку именно. Нет, именно по русскому языку. Именно по русскому языку. И вы правильно сказали, что зачет, а это собеседование оценивается по системе зачет-незачет, так вот зачет является одним из допусков к основному уже государственному экзамену. КГ, как это привычно уже слышать многих, для это экзамен для 9-классников. Вот буквально сегодня, еще раз повторюсь, проходит всегда собеседование в устной форме. Ответ выпускника записывается, аудиофайл формируется на каждого ребенка. Собеседование состоит из 4 заданий и контролируется, оценивается умение ребенка читать, выделять главную мысль. Это вот та читательская грамотность, о которой сейчас очень много говорят. Пересказать текст с использованием определенной цитаты. Пообщаться в диалоге с собеседником на определенную тему и рассказать несколько предложений, сказать в качестве монолога тоже на заданную тему. Вот итоговое собеседование, вся его форма проведения и вообще идея проведения как раз и связана, еще раз проговорю, с тем, чтобы вот формировать у ребят читательскую грамотность. Вообще нужно сказать, что сейчас вот у нас одна из школ города Абакана в апреле будет принимать участие в международном исследовании ПИЗа. И это исследование будет критериально оценивать уровень образования в российской конкретной федерации. Вот школа Абакана вошла в число школ, которые примут участие в этом исследовании. И вот это международное исследование как раз тоже и оценивает в том числе и читательскую грамотность. Ну, еще на, естественно, научную и математическую. Но читательская является такой основополагающей. То есть, опять же, повторюсь, что вот умение ребят не просто прочитать текст, а выделить главную мысль, понять, о чем речь идет, ответить на определенные вопросы, вот именно это и оценивается. Угу. Ну вот я понимаю, что это зачет не зачет, но вот у нас у коллеги есть ученик 9 класса ребенок. Там какая-то вот еще система рейтинга или что? Или нет? Какие-то баллы выставляются? Баллы выставляются. Нужно заработать минимум 10, чтобы получить зачет. Угу. Ну, максимальное количество это 20 баллов. Да, это бальная система. Это просто внутреннее для учителя русского языка, чтобы вот понимать дальнейшую, не знаю, подготовку. В том числе и для учителей русского языка и литературы, потому что там есть определенные критерии оценивания, то умение и грамотно говорить, и умение вступать в диалог. Это различные навыки и умения оцениваются. И вот уже учитель по результатам, потом, может быть, классы, например, да, анализ можно провести и понимать, что вот над чем еще поработать с детьми. Да, и в том числе для учителей эти результаты играют свою роль для построения дальнейшей работы, для планирования. Учеников 9 классов тоже ждет серьезное испытание экзаменационное, да? Они должны были несколько позже, на месяц, определиться с экзаменами по выбору. Да, вот 1 марта. Обычно у нас вот как-то одинаково вот распределяются более популярные экзамены в 9-х, в 11-х. Да, кстати, здесь вы правы, в общем-то. И потом кто-то что-то кардинально меняет. Очень редко. В принципе, вот обществознание, оно и в 11-м лидирует по выбору.
выбору и в девятом тоже. И затем также по убывающей химия, физика и биология. В этом году девятиклассников, сдающих английский язык, увеличилось количество почти на 60 человек в сравнении с 2018 годом, когда последний раз сдавали экзамены по выбору. Это, конечно же, радует, что дети изучают язык, что будут пытаться сдавать экзамены по иностранным языкам. И вообще вот у нас растет количество, конечно, девятиклассников, их будет в этом году почти 2200 сдавать экзамены. Это увеличение в этом году составляет больше, чем на 200 человек. И они будут... обязаны же делать выбор в этом году, да? То есть 4 экзамена хоть также как. Вернулись к порядку проведения 2018 года. Два обязательных экзамена – это русский язык и математика, и два экзамена по выбору. Если ребенок имеет статус инвалида или статус с ограниченными возможностями здоровья, то количество сдаваемых экзаменов может быть сокращено до 2. Из 4 он может оставить 2. А вообще 4 экзамена. Ну, для кого-то, кто уже точно знает, что он пойдет в 10 класс, да, это вот возможность, ну, не знаю, такая вот репетиция проверить генеральная, себя, да. Проверить себя. Да. Как да. много ребят у нас, вот по вашим, может быть, данным, безусловно, вы их фиксируете, уходит после 9 класса? Ну, тоже где-то 50% остаются в школах, а 50% дальше поступают в среднеспециальные учебные заведения, получают специальности, и уже там кто-то уходит и работать. Ну, в общем-то, у всех разные, конечно же, траектории, поэтому, ну, 50 на 50, тоже так скажем. Но это еще такой период, когда может поменяться школа, потому что дети, может быть, идут туда, где вот лучшая подготовка по тому или иному предмету. Ну, это еще и связано наши с тем, профили, наличие вот, профилей. Да. Не в каждой, не во всех школах, может быть, есть интересующий, например, конкретного ребенка профиль или углубленное изучение какого-то предмета. Поэтому вот это вот, ну, такая внутренняя миграция между школами будущих десятиклассников, она есть. И вот с 20 июня можно будет подавать заявление в 10 классы, если ребенок желает изучать какие-то предметы углубленно. Эта кампания пройдет у нас летом, после окончания уже основного государственного экзамена, ну и, конечно же, после получения аттестата об основном общем образовании. Ну, это тоже не просто, тут свои критерии, да, то есть нужно какое-то определенное количество там, ну, баллов по предметам, чтобы поступить на тот или иной профиль в какое-то образовательное учреждение, да? Да, в соответствии с, опять же, документами, с нормативными, нужно иметь оценку не ниже 4 по профильным предметам, которые будут изучаться в 10 классе. Например, если это русский язык, в качестве предмета профильного, то в аттестате не ниже 4 должно быть. Угу. И так по всем остальным. Сколько у нас основных профилей в городе, вот в городских школах, какие самые популярные, что дети предпочитают, появляются ли новые и востребованы ли они? Ну, знаете, сейчас про профили говорить так вот не буду конкретно, я скажу про предметы, которые самыми являются популярными для вот углубленного изучения. Это, конечно же, математика, это, конечно же, русский язык, и это всем нужно всегда для прохождения единого государственного экзамена. А вот если говорить о предметах по выбору, то очень популярной становится информатика, очень популярной становится физика и биология с химией. Это вот такие 4 основных предмета, которые на сегодняшний день, вот по опросу будущих десятиклассников, наверное, будут самыми популярными в будущем году для углубленки в 10 классах. Биология и химия – это ребята предпочитают медицинские вузы, да, да? То есть много профессии. Кто у нас поступает в медицину? Поступают медицинские вузы. Достаточно большое количество таких выпускников после школы уходят. И они заключают многие целевые договоры с Министерством здравоохранения республики. Они возвращаются потом. И они потом должны вернуться, отработать, да? Да, здесь уже после получения специальности. Мне вот тоже кажется, что так много выпускников каждый год поступают в медицинские вузы. Почему только у нас вот не хватает медиков в республике? Потому что они еще возвращаются же на какое-то время, как минимум. Сложно, наверное.
наверное, тут ответить. Это вот такая поддержка, крупная, наверное, поддержка медиков уже, она вот в последние годы ведь стала только актуальна. Может быть, еще просто не вернулись те выпускники, которые должны вот получить эти все баллы и бонусы здесь, в нашей республике, посмотрим. А вообще таких детей, вот поступающих и желающих поступать в медицинские вузы, достаточно большое количество. И предмет это вот сложный, химия, биология. Очень. Согласна. Вот что я, вот химия была у меня тройка в аттестате по химии единственная, поэтому я всегда вот с уважением отношусь к ребятам, которые вот эти предметы выбирают, сдают. И сдают, да, и хорошо сдают. У нас были прям очень высокие баллы по этим предметам. Были. Химия у нас, по-моему, даже химия была. У нас 100-бальники были в истории вот нашего бакканского образования. И по биологии высокие баллы у ребят были. Поэтому, в общем-то, ну, достойно так сдают экзамены, поступают в вузы потом. Ну, чисто психологически не сложно ли ребенку менять? Ну, это вот получается, во сколько мы заканчиваем? Заканчивают сейчас дети 9 класс, 15-16, 15-16, да? Вот потому что, ну, какой-то свой коллектив. Или сейчас уже, ну, как-то проще на все это смотрят, да, вот менять школу. Ну, это уже такой возраст, когда, мне кажется, прошло вот это вот сложное время, да, взросление. В принципе, вот многие меняют школы, в 10 класс идут в новые школы. Опять же, если цель есть, если ее нужно достигнуть и получить результаты, то, ну, я не скажу, что это вот для... большой является проблемой для наших выпускников. Мне кажется, сейчас вот молодежь, она такая мобильная, она, в общем-то, коммуникабельная, они все друг с другом быстро знакомятся, и коллективы создаются. Возможностей много, и соцсети, и мессенджеры, и прочее. Они не остаются, в общем-то, не изолированы, поэтому... Тут, ну, я, бывает, конечно, и родители как аргумент, ну, есть вот такое, что говорят, он привык, он хотел бы остаться в этом коллективе, пожалуйста, подумайте, в общем-то, возможности есть. Всегда помогаем и пытаемся помочь, какое-то, найти какое-то решение. Ну, что касается девятиклассников, то есть они сдают свои 4 экзамена, русский, математику, и какие-то 2 по выбору обязательно, ждут результатов. Потом, если кто-то целенаправленно уже знает, что он в 10-й, например, да, или то он поступает. Уже вот ищет там, может быть, другие какие-то варианты, я имею в виду, не в своей школе остается, где-то учился 9 лет, а учится там по-другому уже. Бывает, да. Вот этот период, получается, мы уже 2 года, да, живем в условиях пандемии. Вот мне кажется, она серьезно повлияла на все сферы нашей жизни, на сферу образования в том числе. Вот как он вообще изменил, чему научил вот это вот наше дистанционное обучение, которое имеет минусы, но, как выяснилось, имеет и свои плюсы, да? Вот, ну, как и любое дело. Да, как и любое. Вот как-то, не знаю, может быть, уменьшилось ли число педагогов? У нас сейчас есть звонок, мы продолжим. Может быть, тех, кто... Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день, Роман Викторович. Это вы? Что? Извините, ну что-то вот у нас... Звонят, видимо, да, это у нас бывший был сотрудник, но это не я, электронный человек. Вот, не знаю, педагоги, которые, может быть, ну, не пришли к тому, что вот дистанционное обучение, не привыкли к этому. Есть ли те, кто вот ушел из школы? Из-за, да? Вот конкретно из-за дистанционного? Ну, не знаю, ну, может быть, да, может быть, люди там старшего поколения, вот как-то, может быть, молодежь как-то... Ну, молодежи вообще сейчас становится все больше в школах, и это, конечно же, радует, потому что это, опять же, то поколение, которое уже очень на ты с техникой, да, и очень хорошо владеет техникой, понимает, и использует разные подходы и разные формы обучения. А в принципе, и более старшие учителя, они тоже, ну, я вот не владею такой информацией, чтобы как-то где-то массово много уходили, ну, таких учителей уже в старшем возрасте из-за того, что вот им, ну, из-за времени, из-за этих проблем всех наших, нужно осваивать вот какие-то другие формы
обучение. Ну, я бы не сказала, в общем-то, да, сложно, да, особенно первое время было очень тяжело, и разные были. 24-25 года, да, я вспоминаю. Ситуации разные были, и мы сами, в принципе, да, многого не знали и не понимали, как это должно быть, и очень часто методом проб и ошибок, как говорится, пришли к тому, что вот уже в этом году, когда дистанционка началась, это было все намного проще, на мой взгляд, и спокойнее и для детей, и для учителей, и для родителей. Ну, то есть получилось так, что вот как в жизни бывает, то, что вот мы освоили вынужденно, да, вроде бы казалось, пришло в нашу жизнь, да, какие-то кратчайшие сроки, вот быстро. В итоге вот пошло на пользу всем, да, потому что учителя многие говорят, что да, вот может быть мы, ну, когда у нас были вот такие короткие периоды, мы знали, там будет дистанционка, не будет, там подъем, ОРВИ, а когда вот вынужденно нас заставили в таких условиях работать, мы все это освоили, и это только на пользу. И пришло, работаем, да. И знаете, вот мы тут недавно с коллегой вспоминали, вот, те годы, там, начало 2000-х, 2010-е годы, когда уходили вот по карантинным мероприятиям, их же дети же просто уходили, их же никто не учил в то время, им просто давали, ну, какой-то объем домашних заданий, а вот как таковых уроков их просто не было. То есть ограничивали общение, разобщали коллективы. И вот такого понятия, как дистанционное обучение, электронное обучение, его ведь не было. А вот ну, пандемия нас заставила, что никуда не делось образование, нужно продолжать и в сложившихся условиях, и подстраиваться под эти условия. Поэтому, ну, наверное, это плюс все-таки. Да, даже потом летнюю занятость организовали какую-то полезную. Да, да. И онлайн-формы, и клубы по интересам в режиме онлайн, и уже, в общем-то, много разных таких форм было придумано, в том числе и на каникулы. И когда вот освоили вроде онлайн, и все хорошо, и сейчас вот эти вот мероприятия в очном формате, они так прямо проходят с удовольствием. Вот снимали, да, значит, неделю хакасского языка, уроков открытых хакасского языка. И говорят, мы так истосковались вроде почему-то обычному и привычному, что у нас вот было в очном формате. Да, и вот по человеческому общению, да, непосредственно учитель-ребенок, там, коллега-коллега, и дети-дети, это вот этот... Это действительно очень здорово. И сейчас мы понимаем и ценим, что вот так можно общаться. Вы вот упомянули школу, которая у нас будет в международных исследованиях. Это просто какая-то выборка была. Это не обязательно. Это федеральная выборка. Это не какая-то одна там из лучших наших школ. Нет, даже нет, нет. Это 5 школ по республике, определенные на уровне, на федеральном уровне, в том числе одна из школ города Абакана попала в эту выборку. И вот там, в общем-то, такое исследование, о нем можно много говорить, рассказывать, достаточно интересно. Участвуют в этом исследовании дети, достигшие 15-летнего возраста, не младше и не старше 15 лет. Ну, в основном это 8-9 класс. Вот в школе, в той, которая примет участие в этом исследовании, это 123 ребенка таких оказалось. И вот сейчас мы конкретно ждем выборку пофамильно уже там выберет система, кто примет участие в исследовании. Только в электронной форме оно проходит. Это исследование такое из 2 частей состоит. Это анкетирование, которое интересов ребенка затрагивает, интересы, семейные какие-то отношения и так далее. Хотя все анонимно, никто не спрашивает фамилию, имени. И вот такое тестирование на общие знания, вот как я и сказала, где проверяется читательская, математическая, естественно-научная грамотность. Время нашего разговора близится уже к концу, но еще около 10 минут осталось. Вот о каких успехах можно говорить, может быть, наших педагогов? Мне кажется, вот ну, как-то меньше мы про это стали говорить вот в последнее время. Ну, у нас вообще вот конкурсное движение для педагогов, да, оно очень большое, оно очень широкое. Или все равно оно сейчас в онлайне? Оно остается, да? Также в разных формах, и продолжается очень много конкурсов, в том числе и муниципальных. Буквально вот сейчас проходит муниципальный конкурс «Учитель года», где будет отобран кандидат, выбран кандидат на представление города на уровне республики.
Это такой серьезный, это очень такой стабильный конкурс. Это вот то, что у нас на уровне страны завершается осенью, да, когда да, вот примерно да, когда мы в районе Дня получает, учителя да, да, чествуют уже да. президент. То есть там же несколько, школьный, муниципальный, региональный этапы, все это проходит, все это сохранилось. Очень много конкурсов, касающихся каких-либо конкретных педагогов по направлениям для физиков, для математиков, для вот вы сейчас сказали, для учителей хакасского языка. Это тоже все сохранилось. Для молодых педагогов для у нас молодых есть, педагогов да, есть у нас. Ну, это мы на муниципальном уровне конкурс вдохновения, да. Ну и, в общем-то, на всех уровнях, и на региональном, федеральном, абаканские учителя активно принимают участие. А вот есть, что мы стали меньше об этом говорить, это... Наверное, учтем. Да, и может быть, и мы тоже учтем. Вот муниципальный этап вот сейчас, это прямо очно, они также будут давать уроки. Да, дали уже уроки. На детях, да. На чужих детях иногда, да, как мы говорим. На чужих ребятах, да, не в своих родных школах. Тот этап прошел, уже определены 5 финалистов, и скоро состоится финал, и будет отобран лучший. Ну, вот, наверное, мне кажется, сложно, вот, да, когда открытый урок. Или он как-то вот знакомится до этого с детьми, с этими приходит. Или вот он пришел сегодня, и вот ему класс, вот эти вот таблички с именами, это понятно, и вот работает. Ну, в том-то да. профессиональное мастерство, вот в том-то и смысл конкурса, показать свой уровень своего профессионального мастерства и умение с каждым ребенком работать вот в сложившихся условиях. Но мы вот уже знаем, например, вот Татьяна, она ответит, а вот, например, Ваня, он не скажет, не откроется, а ты вот просто тебе дали эти таблички. Ну, значит, вот такие должны быть задания, где ребята все будут участвовать. Ну, там же много нюансов разных. И педагоги, они эти задания получают заранее, они уже свой урок планируют. И урок должен быть интересен для всех, кто вот в нем принимает участие. Вот средний возраст абаканского педагога, обычно мы делаем такую выборку на 1 сентября, вот он сегодня примерно каков? Это средний возраст? 43-45 где-то, да. 43-45, это такой самый вот работоспособный еще возраст, да. Но еще раз повторюсь, что рады, что приходят к нам в школу мужчины. Да, и даже начальные классы мужчин. Да. Таких я уже вот примеров много. И приходят молодые учительницы и молодые также учителя, которые, ну, которые очень хорошо, что они в школе приживаются. И это же вот такой определенный мир, это организм, школа, это вот свой такой мирок, который надо найти. Сколько нужно времени гарантированно, чтобы понимать, себя. Что этот человек останется? Ну, знаете, вот обычно, если проработать первый год учебный, вот пройти первый год со своими ребятами, со своим классом, то большей частью уже становится понятно, уйдет этот учитель или он будет работать. Недавно буквально общалась с молодой учительницей, которая защитила магистерскую работу, и она уже 2 года в школе работает учителем начальных классов, и ну, по работе с ней пришлось столкнуться, разговорились. Я говорю, ну вот вы как настроены дальше? Вы сейчас защитились? Она говорит, я иду в аспирантуру, и я работаю, и у меня 2-й класс, и я их, конечно же, буду дальше учить и буду работать в школе. Это вот, ну, так здорово, это всегда радует, что вот находят себя в школе молодые ребята. Вот мне кажется, раньше, ну вот еще когда я училась там с 80-го по 90-й, вот как-то выбирали учителей для вот начальной школы, ну, 3 года, да, длилась начальная школа, вот в моем случае, чтобы более опытные были, ну прям вот в возрасте. А вот сейчас как-то вот, ну и молодые учителя, вот, например, в 31-й школе 5 классов первых. Интересно, там молодые в начальной школе? Там вообще, в принципе, молодой коллектив. Да? Вот так. Да, потому что там же, когда набирали этот коллектив, была работа с Хакасским государственным университетом, да, и выпускников приглашали, потому что понимали, что не можем мы остальные школы оголить и кого-то там пригласить, потому что коллеги все учительское сообщество. Ну, это вообще где-то уже, мне кажется, устоявшийся коллектив, и сложно вот Поэтому в 31-й молодых учителей очень много. Как же тогда система новаторства? Кто там им помогает? Заместители директора, которые уже достаточно опытные, директор опытная. Ну вот, опять я начала кашлять.
Мужчин у нас, вот, ну, какой процент педагогов мужчин у нас? Мы привыкли, что у нас физика. Ну, процент, наверное, я не скажу так вот быстро. Но их и становится больше. Угу. Не могу. Конечно, это традиционно. Учителя физкультуры, учителя трудового обучения, учителя физики, химики, математики. Большей частью это мужчины. А формы поддержки молодых педагогов, они же существуют у нас на муниципальном? Или она вообще существует вот как-то на, ну, в целом? Ну, на муниципальном уровне она существует в том числе. У нас есть доплата молодым педагогам вот в первые 3 года работы. Они получают определенную доплату. Если красный диплом, диплом с отличием, да, угу, то там еще выше доплата у молодого педагога. В общем-то, ну, мне кажется, достаточно такая достойная заработная плата получается у тех ребят, которые приходят в школу после вуза или после педагогического колледжа. Вообще вот такая система работать, ну, получается, с выпускниками уже вузов, она у нас вот недавно стала появляться. Вот у нас открывалась, да, большая 31-я школа, угу, нам нужны были кадры. Или вот вы сейчас как-то это в системе планируете? Ну, это, конечно же, работа с педагогическими вузами, в том числе с нашим таким основополагающим, угу, Хакасским государственным университетом. Директора, те, кто заинтересованы, целевые договоры заключают и приглашают уже после практики приходить на постоянное место работы конкретных выпускников. Есть в школах у нас студенты, которые вот уже на последнем, например, курсе перед защитой диплома, последний год, они уже работают, они уже этого опыта набираются, и такая практика сейчас очень популярна. Поэтому, ну, работа, конечно же, с педагогическими вузами. Интересно, в таком случае вот молодому человеку, вот во сколько получается, он приходит, 22 где-то, в 23, да, угу, дают сразу классное руководство, или это вот сразу, мне кажется, все сложно, или сначала все-таки он там год может поработать предметником, или какая ситуация? По-разному бывает. Если это начальная школа, как вы сказали, что есть и молодые люди в начальной школе, это, конечно, это же классное руководство. Да, это уже свой класс. Но и вот в старших классах, в принципе, очень часто тоже молодым учителям доверяют классы. То есть с 5 по 11 классное руководство тоже молодые учителя имеют, ведут его. Угу. Вот в последние годы у нас, кстати, представлял вот на конкурсе как раз наш город мужчины, да, педагог? Да. Два раза Николай Николаевич Степанчук, ага, позапрошлом году, и вот в прошедшем году это был, сейчас имя, отчество, к сожалению, не вспомню, извините, тоже учитель мужчина из 9-й школы. Угу. То есть, ну, это вот как раз яркие такие учителя, которые себя смогли проявить и представляли регион уже на федеральном уровне. Ну, спасибо вам, Ольга Михайловна. Будем спасибо надеяться, вам, что и в этом году, вот сейчас по итогам муниципального этапа, да, будет какой-то яркий педагог, затем он, ну, очень часто в республиканском. А все, мы уже закончили.